В Десногорске более 1000 льготных больных, для которых поступление бесплатных лекарств жизненно важно. Временное отсутствие лекарств в аптеках области в конце прошлого года создало некоторую социальную напряженность. Какие меры принимает медсанчасть 135 для того, чтобы подобного не случилось в следующем году, нам рассказала заместитель начальника МСЧ-135 Лидия Штаний. В течение октября-ноября 2017 года врачебная комиссия медсанчасть 135 по лекарственному обеспечению льготников готовила списки льготных категорий граждан, согласовывались регистры пациентов, страдающих бронхиальной астмой, сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, ревматологическими, гематологическими, согласовывались с каждым главным нештатным специалистом департамента Смоленской области по здравоохранению. И 24 ноября этого года мы защитили в полном объеме заявку как по региональным, так и по федеральным льготникам, включив туда также конкретные лекарственные наименования и те препараты, которые не входят в перечень жизненеобходимых и важнейших лекарственных средств. В департаменте Смоленской области по здравоохранению нас заверили, что с января 2018 года лекарственные препараты будут поступать в полном объеме в соответствии с нашей заявкой. От спокойствия таких больных напрямую зависит их благополучное самочувствие.